выступая на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ. Постконфликтное развитие и сотрудничество». Президент Ильхам Алиев заявил, что обсудил с Владимиром Путиным вопрос, связанный с ракетой «Искандер-М». По моему поручению, Министерство обороны Азербайджана направило официальное письмо с доказательствами и фото. Но пока мы не получали никакого ответа, отметил Алиев. Назвав заявление официального Еревана по ракетам странным, глава государства заявил: «То они говорят о неразорвавшейся ракете, то говорят, что это секрет. Значит, в любом случае была применена. Мы ждем от Армении официального ответа».